Всем салют, это Акбар Супер Скиллз. Второй сезон. Отборы. Мы начинаем. Сейчас мы проводим отбор и выбираем себе команду. Пробежали, сколько? 5.98. 6.25. 8.8. Кто дальний синий? Такое ощущение, как будто я нигде не успеваю, потому что все-таки молодые люди, они же здесь хранятся. Уровень заметно увеличился, это очень радует. Видно, что ребята готовились к этому празднику хоккея, будет интересно. Проект Акбар Супер Скиллз завершает свои отборочные дни. Совсем скоро мы узнаем имена счастливчиков, которые прошли дальше. Исхаков Альфред. Поступило много заявок, и не все попали даже, в принципе, на отбор. Мы уже выбрали по 10 человек. За этот набор большое спасибо. Видно было огромное желание, все приходили, все старались. Будем ждать всех тех, кто не попал, на следующий год. Впереди главная битва. Белые против зеленых. Будем смотреть. Здесь он сейчас все ошибки, недочеты будем исправлять. У нас есть всего лишь 2 дня на это, на исправление ошибок. Команде соперника в случае не унывать, а дальше играть – это хоккей. Очень классный матч сегодня был, мне очень понравилось. Все молодцы. Это вторая финальная игра проекта Акбар Супер Скиллз. Именно сегодня решится судьба зеленой и белой команды. Смотрим. Конечно, у нас план победить Акбарс, как и в прошлом году мы его победили, в этом году хотим победить. Но я думаю, это прежде всего будет праздник хоккея, и для любителей хоккея это будет большая честь играть против первой команды. Вот так ярко и насыщенно закончился проект Акбар Супер Скиллз. Впереди главная игра против основного состава Акбарса. Будем ждать!